всех на своем канале. Вот такие золотые мыльницы у меня появились, эти как под старину. Краска плохо очень ложится на края. Эта короб у меня будет под мои шампуни с моей стороны стоять, под мои масочки. И вот еще короб круглый. И вот такая мыльница, она закрывается. Я ее положу, наверное, крышку под низ, когда она высохнет, пусть так красиво. Вот этим открытым верхом, может, куда-то взять можно будет, куда-то в баню. И сюда пойдут турецкие мыла дизайнерские. Ну, возможно, мои дизайнерские, посмотрим. Вот и все, всем до новых встреч. Вот такую красоту можно просто из ведерок сделать. И мне намного приятнее держать будет в таком шампуне, чем вот в таких фикс-прайсовских каких-то пластиковых цветных страшных коробах.